Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал. Рада тебя слышать, наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер. Но я держусь, как видишь. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования? Иисус Христу Ви, ты жил с нами под одной крышей. Имею уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю офренду по Джакито. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Подозрительная активность в Хейвуде. Вас понял, диспетчер. 331 выезжает. Мой район, кстати. Можно как-нибудь на так и сходить.
Код 0. Повторяю, код 0 в этом районе. Всем патрулям вернуться на маршрут. Спасибо, что пришел. Садись. Садись. Хочешь пива? Давайте немного. Салют. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Да более-менее. Более-менее. Заехал бы, хоть поужинал с нами. Nuestra casa es tu casa. Ну ладно, хватит. Что было, то прошло. Я сейчас пытаюсь подготовить Афренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Могу помочь. Gracias, месьелю. Я сама справлюсь. Хватит и того, что ты придешь проститься. Афренда? А что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших. Родные, друзья. Приносим то, что они любили, и что может пригодиться им после смерти. Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива. И пиво тоже будет. Я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининьо. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл. А не так давно совсем переехал туда жить. Ты там обязательно что-нибудь найдешь. Ничего, что я буду трогать его вещи. Но, Михо, он умер. А похороны, они для живых, а не для мертвых. Вот, возьми ключ. Спасибо, мама Уэллс. А, да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на республиканском проезде. АИТВ. Привет, Ви. Ты здесь одна? Я бы не сказал, что это самое безопасное место в городе. Я сижу на этой лестнице с 10 лет. Теперь мне 26. Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем? Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Вы давно были знакомы? Пол жизни. Мы выросли в одном районе, виделись чуть ли не каждый день, но никогда не были вместе. До прошлого года. Да, это был лучший год в моей жизни. Джек много про тебя рассказывал. Говорил, как много ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие.
Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнал настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. А ты что о нем думала? Знаешь, как он сам однажды сказал? Он бы заслонил меня от пули, не задумываясь. Таких людей больше нет. Прямо как настоящий сын Хейвуда. У него было столько надежд, столько планов. Можно сказать, из-за них он и погиб. Здесь осталась частичка Джеки. А почему ты не зашла? У меня нет ключа. Джеки не сделал тебе дубликат? Разве вы не настолько близки? Он предлагал, но я не хотела посягать на его личное пространство. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память. Так что лучше не надо. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем. Он любил копаться в двигателях. Первый раз он сел на мотоцикл в 15. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитировать. Он говорил, что штанга — лучший слушатель. Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов. Наверное, еще с 2020-го тут висит. О, мяч с подписью Данте Гонсалеса. Он тоже из Хейвуда. В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим. Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина. Как и Джеки? Ага. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Данте теперь капитан NC Blackouts. Все полные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Но почему? Porque no puede tocar una reserva estratégica, va? Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня... как-то руки не дошли. Думаю, она хорошо подошла бы для Френды. Закрыто. Интересно, что там? Его логово, в смысле спальня. Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим. Может, Джеки его где-то спрятал? А вот и ключ. О, Джеки. Это мандала? Угу. С ней долгая история. Эй, все хорошо? Ты не представляешь, насколько. Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии.
Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо у эльфов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Мне кажется, она немного кривовата. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Аквариум? Остался Тако. А кто такой Тако? Его рыба. Карликовая акула. Совсем крошка. Мне кажется, они стоят как самолет. Не думаю, что он за нее платил. Любимая текила Джеки. Так он ее и не открыл. Нет, амулет на счастье. Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо. Это который основал Сенсон? Их осталось всего 100. И все они у самых богатых людей мира. Откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике. Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт. Классный кадр. Старый ремень. Память об отце. Из детства. Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать. В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет. Папаша попал в больницу, а потом ушел от них. Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. Хороший сувенир на память. Ну вот, для френда уже что-то есть. Но можешь тут еще походить. Да, точно. Самое то для Джеки. Это подойдет. Вполне. Прямо воплощение Джеки. Нам пора идти. Знаешь, Ви, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет. Просто она не считает меня идеальной невесткой. А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камила, и я не бывшая девушка Джеки. Мама Уэллс просто обожала Камилу. Ясно. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс.
Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты прав. Спасибо, Ви. Так что, пойдем? Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше, в Непал. Думала там и остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падре. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришел. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится». А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Descanse en paz, mi hijo. Когда я еще ходил в боксерский клуб «Бесы Найт-Сити», у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Кто-нибудь еще? Давайте я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. А выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллс. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. В
Друг, который никогда не предаст. Самый верный товарищ. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал: «Бродер, главное в нашем деле – никого не бояться». Он всегда знал, чего хочет, и уверенно шел к этому. Но самое главное… Джеки любил жизнь и не боялся жить. У него была широкая душа, он не рассуждал, а просто делал. Он всегда смеялся и говорил, что пули его не берут, и что однажды он станет легендой посмертия. Можно сказать, он добился того, чего хотел. Устроил серьезные проблемы некоторым влиятельным людям. И если он смотрит сверху, то, наверное, сейчас показывает им средний палец. Когда в юности уходишь на войну, у тебя есть иллюзия, что ты бессмертен. Убивают других, а тебя нет. Когда тебя в первый раз тяжело ранит, эта иллюзия исчезает. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Por mi hijo. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашел время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите, пригласите ее на ужин. Она точно имеет на это право. Знаешь что? Ты хороший парень. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Вы уверены? Джеки меня бы убил, если бы я его поцарапал. Ну так ты смотри, не поцарапай. Спасибо вам. Я буду его беречь, обещаю. Cuídate, Vi. Кампо в депрессии. Говорит, для него это как потерять одного из своих. Мне интересно, будет его не хватать. Тебе так же плакать. Уже не хватает. Чингаро, вот только не начинай, не сегодня. Мне тоже, Эссе. Мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэллса. За гордого сына Хейвуда. Я пойду, Вик. Ага. Увидимся, Ви. Может, тебе налить? За Джакито. Странно тут как-то. Без Джеки. Мне все время кажется, что вот я повернусь, а он здесь за стойкой сидит. На своем любимом месте. Вижу, Валентина все-таки не забыли о Джеки. В такие дни даже самая последняя сволочь вспоминает о положении. Принципы. У Джеки были принципы. Они помогали ему не споткнуться. Налей за Джеки. Аминь, брат. Эй, ты! Выпьешь с нами? За Уэллса. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я Ви. Да, слышал о тебе. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентино.
Спасибо. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. Валентина? Нет, блядь, на чтениях в воскресной школе. Хороший он был все-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Ладно, выпью. За Уэллса. Мир его праху. Пока хватит, спасибо. Видишь, свою норму надо знать. Молчало бы лучше. Пойдем. Я боялась, что Лупа не переживет этого. Она сильная женщина. Ты пришел попрощаться с одним из своих, падре? Я пришел попрощаться с хорошим человеком. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. А ты сам-то хорошо знал Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушел его отец, и когда он привел в свой дом тебя. Да, Ви, я знал его очень хорошо. Как ты думаешь, падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. Что, и все? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. До свидания, падре. Иди с Богом. Эх. Говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала. Да весь город только об этом и говорит. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Джуди, серьезно, ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис?
Слышу, чё орёшь? Чего тебе? У нас тут соревнования. Тир, призы, все дела. На стрельбище у меня. Да уж я догадался, где. Ну, ты в деле? Конечно, в деле. Когда? Так прям сейчас. Гони сюда, мы тебя подождём. Себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Видела. У меня хорошая память на лица. Бар закрыт. Прости, Чумба. Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Только начала. Эй, давай еще раз. Че конкретно тебе от нас надо? Уговорите его! Если не сработает, не знаю, прибейте. Главное, чтобы я могла в комнату вернуться. Сутенер тебя выгнал, правильно? Ага. Сказал, типа, от меня одни убытки. Еще и удачи на прощание пожелал, пидорасина! А мне сегодня даже спать негде! И что, зарабатывать-то осталось чем? А толку-то? Все, что я зарабатываю, уходит на импланты. Я подумала, ну ладно, возьму кукольный чип, пошла в облака, а там больше не принимают. Теперь вот работаю на улице, чтобы вернуть долг Риперу. Но я же вижу, что у тебя не только чип. Лицо дизайнерское, явно делали на заказ. И сиськи тоже.
это. Я инвестирую в себя. И все равно никуда не берут. Говорят, я профнепригодна. А, но мы-то тебе как можем помочь? Я же сказала, я хочу обратно в свою комнату. Нет, дорогая, так дела не делаются. Была бы ты в шельмах, другой разговор. А так... Опять устраивает сцен. Эй, куда собрался? Там ничего интересного пусть нет. Пусть идет, это друг Джуди. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Джуди. Ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Я тоже получил пулю. Ой, да что ты. Для наемников риск – это часть профессии. Ты развлекаешься? По 100 раз спрашиваешь. Я ничего сложного не прошу. Просто скажи, где она. Почему скрываешь? Очень просто. Я тебе не верю. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей, ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мегабашня? Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей. Я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет?
Ты же не к Эвелин пришел, а за Виртами Джуди, да? Годные штуки, сама посматриваю. Hello, the name is Hans, Mr. Hans. If you're looking for work in Pacifica, I'm the man to call. I'm V. No, nice to meet you. All right. How very nice to meet you. If you have business, you know my number. На этот раз. У нас я слышал, друг, ты вчера проводил акцию. Может 50% быть. На все. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Вот что сегодня происходит в мире. Ситуация с обрушением в Южной Сибири урановой шахты Лунаринская, которая находится недалеко... Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. Что, хорошее настроение?
Не каждый день полумертвый чувак таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. С чего ты взял, что Джуди врет? А? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. Погоди-ка. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. По смерти. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Я пришел не развлекаться. Мне нужна инфа. А, к сожалению, ее мы не продаем. Если передумаете, будем ждать вас снова. Ладно, я передумал. Я заплачу. Искушение часто сильнее нас. Пожалуйста, подключитесь. Вот, пожалуйста. Угу. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Облака – одно из самых безопасных мест в Найт-Сити. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. А ты у нас, оказывается, извращенец. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше.
Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. По смерти. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило? Но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. А можно? Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще... Спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Ничего так. Но я бы лучше живьем поглядел. На такие-то ляжки. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я... Говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы? Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Да. Сейчас обратно наверх. Ага. Я только скажу басу. Ну что, пошло веселу? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Всегда найдется деловой. Да. Thank you.
Я только скажу пасу.
что будете? Хоть бы этот не пиздел не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много, даже для меня. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю, а у меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто нужно поговорить. Именно с тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь.
Ну да, байк есть. Дорогу знаю. Похоже, в тигриных когтях те еще вуайеристы. Постоянно следят, что куклы делают в этих своих кабинках. Короче, они считывают данные с их чипов. Это с самого начала было очевидно. Допустим. Интересно, для себя ли они собирают инфу? А если на продажу, то кто такое покупает? Напугало. Вон, видишь? В 2 часа ночи они согнали в клуб сразу всех охранников. Да еще и кого-то из тигриных когтей вызвали. Сумку оставила. Думаешь, она у нее одна? Тут вся ее мелочевка. Наверное, она спешила. Предлагаю посмотреть, что там. Кровь. Свежая, но ее немного. Рана явно была не смертельная. Так, а это что?
значит, все-таки клиент тут ни при чем. Это у нее почему-то тормоза отказали. Только из-за чего? Киберпсихоз? Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но нетранеры такое могут. Странно. Дарка, Иризу,